три параллельных проекта, причем это забирает очень много времени, но любая возможность между гастролями я провожу в студии. Наверное, я всегда буду благодарен тем людям, которые участвуют, потому что один в поле не воин, естественно, это есть масса людей, это аранжировщики, это звукорежиссеры, которые участвуют в этом процессе, и каждый проект требует своего, скажем так, вмешательства или своей направленности. Это разные проекты, но они ведутся параллельно, потому что я хочу подвести, если, дай бог, успею, это к юбилею, сделать как сюрприз для своих поклонников выпуск, скажем так, несколько компакт-дисков, которые будут соединены в один, скажем так, красивую такую обложку, которая будет иметь свою красивую обложку. И это будет какого-то из разряда, скажем так, отчета перед моими, скажем, слушателями, зрителями о том, что... Что я успел сделать до этого, скажем, периода. Несмотря на то, что у меня 10 альбомов, которые выпущены, с разнообразной музыкой, и я сейчас готовлюсь продолжать эту антологию разных народностей. И сейчас в работе антология еврейской музыки, которую я открываю для себя в каждый раз все новые и новые, очень интересные моменты, исторические даже, что связано с нашей национальной музыкой, что связано с национальной еврейской музыкой. И мне очень приятно, что в этом проекте участвует очень много людей, тем более прекрасные музыканты с Молдовы. Это и ансамбль «Концертина», ансамбль аккордеонистов, и камерный состав есть, и сборный состав такой духовой. Там несколько человек с президентского оркестра, есть приглашенный солист, кларнетист великолепный. Второй проект, наверное, это больше дань уважения нашим молдавским композиторам. Этот проект я давно мечтал создать, но, наверное, он созревал очень долго. И вот сейчас, наконец-то, я понял, что я должен это сделать, именно связать это со своим юбилеем. Это композиции наших молдавских авторов, которые были написаны 10, 15, 20, 30 лет назад. Это наша история, это наша гордость, это наш, скажем так, пласт музыки, который молодежь, допустим, и не знает. Я сейчас работаю с молодым аранжировщиком. Мне пока нравится, что он делает. Очень оригинально. И начали мы с композиции, которая была специально для меня написана в 1984 году. Юрием Садовником. Песня называется «Странник», и она дала мне такой новый толчок, тем более я ее исполнял тогда в 1984 году в одном стиле, в одной форме. Сейчас это совершенно новая песня, и мне очень нравится, что мой сын и его сверстники сразу же, как только с первых же аккордов начинают сразу интересоваться, и это им нравится. Значит, мы на правильном пути. Третий проект – это мировые, скажем так, хиты. По тому пути, который я пошел, даже в той же антологии азербайджанской музыки, Ная играет главную роль. То же самое во всех этих антологиях. Через призму Ная, через призму молдавского народного инструмента мы будем открывать для себя культуру других народностей.